Ранее Минэкономразвитие сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысил 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличился на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что с 1 июля 2024 года он повысится в среднем по стране на 6,3%, а с 1 июля 2025 на 5,3%.